Депутат Государственной Думы Российской Федерации Султан Хамзаев в составе делегации посетил Ростовскую область. Вместе с ним в командировку отправились заместитель председателя Госдумы Шалбан Караол, первый замруководителя «Единой России» Дмитрий Вяткин и замруководителя партии Адальбис Шагошев. Первым пунктом посещения политиков стал военный госпиталь, где Султан Хамзаев пообщался с дагестанскими военнослужащими и мобилизованными. Также в рамках поездки он побывал в пункте временного размещения жителей Донбасса. Как отметил депутат, власти Ростовской области обеспечили беженцев всеми комфортными условиями. В свою очередь, дончане поблагодарили Султана Хамзаева за оказание личной помощи как взрослым, так и детям. Но я вам очень благодарна за то, что именно вы реально мне вчера предоставили лично мне помощь. Эту я, конечно, помощь между своими номерами первого этажа, где проживаю, я ее разделила. Они вам тоже благодарны. После беседы с жителями Донбасса участники делегации раздали детям подарки, игрушки и сладости, а их родителям все необходимые бытовые средства. Помимо этого, в ходе поездки было организовано совещание с участием депутатов Законодательного собрания Ростовской области. На нем обсуждались меры поддержки мобилизованных граждан и их семей, среди которых земельный налог, места в детских садах и школьное питание. Анастасия Сидоренко, Омарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда».